Шалом, друзья, мир вам. Сегодня опять в передвижном своем офисе. И хочу записать, поделиться одним пророческим словом, которое я получил. Получил я его себе лично, потому что у меня были вопросы к Богу в определенной сфере. И я получил ответ. Я получил понимание и... В принципе, я обрадовался, это все объяснило для меня, поставило на места. Но потом пришло понимание, что я не один такой, что есть многие, кто проходят похожие вещи. И будет полезным поделиться этим. И, возможно, для некоторых из тех, кто будет слушать, это будет тоже как ответ. Или, по крайней мере, придет какое-то понимание происходящего. Так вот, я уже... давно начал замечать, что есть многие, знаете, служители, я подписан на многих в Инстаграм, таких передовых служителей всемирных, всемирного плана, то есть и англоязычных, русскоговорящих. Есть у меня многие друзья, конечно же, ну, 90% всех моих друзей в интернете – это верующие люди. И я заметил такую вещь, особенно вот наблюдая за жизнью через социальные сети, Инстаграм, служителей, что есть многое из того, что впечатляет их, от чего они, ну как сказать, получают удовольствие, им это нравится, ну можно говорить таким простым языком, тащутся ребята от этого, то меня это не касается абсолютно. То есть какие-то такие трендовые, популярные, духовные вещи, которые вот люди, ну как бы они в этом двигаются, они радуются этому, и многие, кто с ними в этом движении, они тоже как бы кайфуют, получают наслаждение, пребывая в этом. Но проверяя мое сердце, я вижу, что как-то меня абсолютно равнодушен, и даже смотря на это, мне немножко странно, что люди подобным занимаются. Думаю, как это может так сильно впечатлять, как от этого можно тащиться так сильно. Знаете, как, опять же говоря, таким простым языком, но не вставляет. Вот не вставляет и все. Ты видишь, как кого-то вставляет, и он там в экстазе, а ты не в одном глазу. И то есть вот какие-то модные вещи, духовные модные вещи, а ты как будто вне тренда, вне моды, вне всего популярного, и тебя это абсолютно не трогает и даже удивляет, почему это нравится таким известным, помазанным на самом деле Божьим служителям, почему они в этом это себе позволяют, там, в этом двигаться, что-то подобное делать. И есть какие-то вещи, в которых они двигаются, я не имею в виду только в вопросах служения, вообще по жизни. И ты думаешь, я думал про себя, ну вот я такое не могу себе позволить делать, именно вот что-то внутри не дает мне в это нырять. Я думаю, как может человек духовный, помазанный в это заныривать, двигаться. То есть даже удивление было, не осуждение, нет, не какое-то там, это не какие-то грехи, это просто вещи, которые, ну, для меня... допустим, неприемлемо это делать, как-то мое нутро отвергает какие-то такие, ну как их назвать, поведение, что ли, такое подобное. И то есть я получил ответ. Внутри я услышал такой голос: просто ты другой породы. Просто ты другой породы. Ты другой, ты из другого движения. Поэтому ты не можешь разделить существующее движение, популярное, трендовое, то есть вот передовое. И я понял, что я призван к следующему. То есть не к нынешнему движению, а к следующему движению. И я убежден, что есть многие люди, с которыми мы в коннекте, точно так же они проходят и переживают похожие ситуации, вещи. Это потому, что вы призваны к другому движению. Нынешнее движение не ваше. Нынешнее движение замечательное. Там много сильных, помазанных, божьих людей. Но это не ваше движение.
Поэтому вы не можете влиться, вы не можете разделить его, вас не цепляет, не трогает, не манит, не заводит. То есть, и вы слышите, как кто-то говорит: «Вау, там такое движуха, надо срочно туда ехать». Вы проверяете свое сердце, и у вас нет никакого желания туда ехать и как-то в это нырять, потому что вы не видите, ну, для чего это, зачем это делать. Это очень просто. Просто это не ваше движение, вы другой породы. Вы призваны для других вещей, и Бог вас призвал для других целей. Нынешнее движение замечательное, но то, что будет дальше, оно более превосходное, однозначно, потому что у Бога идет от славы в славу и от силы в силу. И вы готовите путь для этого следующего движения, в котором, ну, потом будут просто масса людей находиться, но сегодня вы, мы, то есть я имею в виду вот те, кто понимает, о чем я сейчас говорю, мы готовим путь следующему движению Божьему. Вот почему мы не можем влиться, мы не можем разделить нынешнее, вот существующее движение в полной мере, мы не можем наслаждаться им и как-то, знаете, ну, плыть вместе с ними в полной мере. Да, отчасти где-то мы пересекаемся, где-то есть какие-то похожие, ну, вот что-то мы получаем, но это не то, то есть вас это не заводит, не цепляет, не засасывает. Это нормально. Вот почему. Потому что вы другой породы. Вы призваны к следующему движению духа. И поэтому просто успокойтесь, все в порядке, все с вами хорошо. Примите этот факт, что Бог вас просто призвал. То есть вы не призваны сейчас в то, что популярно, в то, что в тренде. И вы, ваш дух не для этого сотворен, поэтому нету полного коннекта, нету полного погружения. И даже если вы попадаете на эти служения, вот о которых я говорю, вы не можете, знаете, вас не накрывает с головой, потому что просто вы другой породы, вы другого качества. Это не значит, что то лучше, это лучше, то хуже или это хуже. Нет, вы другого качества, у вас другие задачи. И то, к чему вы призваны, оно еще грядет, оно еще только на горизонте. То, что существует, вы не можете в это влиться и в этом находиться. Вот почему. Поэтому вот такое короткое послание. Я верю, что кто-то услышит ответ на свои вопросы, которые у него были. Почему так? Почему я не могу со всеми? Почему все прутся, тащутся, радуются, ныряют, погружают, а я как-то не могу в это все влиться, втянуться, как будто бы со мной что-то не так. Не, все с вами так, просто у вас другая порода, вы другой породы. Благословляю всех вас именем Юд-Хей-Вав-Хей-Шуа. Аминь.